Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы готов к паводковому сезону. Как сообщили в ведомстве, в предгорных районах мегаполиса проведены работы по спуску воды с 9 опасных озер. Также с начала года департамент приступил к разработке карты селевого риска в бассейнах рек Большой и Малой Алматинки. На 4 участках проведут реконструкцию и строительство плотин, а также установят защитные сооружения и укрепят скальные грунты вдоль трассы на Большое Алматинское озеро. Сегодня опасных признаков схода лавины и сели в горных районах Алматы спасатели не наблюдают. Также эксперты рассказали о текущей ситуации с оползнем в районе озера Кольсай Алматинской области. Отмечу, движение грунта в этом районе началось в конце апреля. Определенную информацию мы тоже владеем. На сегодняшний день там проводятся все изыскательные работы, значит, исследовательские работы. В целом движение, значит, тела оползня уже приостановлено. Вот. Работа продолжается.